Развивающий мультик. Яблоко. Яблоко. Наше красное яблоко очень красивое и вкусное. Оно растет на дереве. Дерево называется яблоня. Чтобы выросло много вкусных яблок и наше дерево не болело, его нужно поливать и ухаживать за ним. Польем нашу яблоню водой. Наша яблоня зацвела, на ней появились цветочки. Мимо пролетала пчелка, она увидела наше красивое дерево яблоню, и решила нам помочь, опылить цветочки на яблоню, чтобы выросли вкусные и красивые яблочки, как наши. Скажем спасибо пчелке. Польем нашу яблоню водой, чтобы на ней выросло много вкусных и красивых яблочек. На местах цветочков стали появляться зеленые яблоки. Они начинают поспевать. Становятся красными. Яблоки поспели, они такие же красивые и вкусные, как наше яблоко. Их можно кушать. Перед тем, как кушать яблоко, нужно помыть. Теперь вы знаете, что яблоко растет на дереве, которое называется яблоня. За ней нужно ухаживать и поливать ее водой. На нашем канале много интересных развивающих видео.